Мою маму убили вон там. Мой папа с сестрой стали подниматься на крышу. Нападавшие бросили гранату, она попала папе прямо в лицо, и он сразу умер. Наш дом был здесь, в Бабхоут, но от него ничего не осталось. Он сравнялся с землей. Я вообще стараюсь не выходить из дома. Там снайпер стреляет. Детство у нас очень тяжелое. Любой ребенок здесь мечтает жить в другом месте. Там, где безопасно. Я чувствую себя взрослым, совсем большим. Мы освещали сирийскую войну с самого ее начала. Уже почти 6 лет. И мы всегда старались сфокусировать взгляд на том, как война влияет на людей с обеих сторон. Приехав в Сирию в 10-й раз, мы решили снять документальный фильм о детях войны. О забытых детях с украденным детством. Из всех мирных жителей они самые невинные и самые уязвимые, и, пожалуй, наиболее пострадавшие. Амжад, вставай. Ахмад, вставай. Доброе утро. Встаем. Встаем, ребятки. Подъем, мальчики. Раньше я все мог делать сам. Сейчас я чувствую себя беспомощным. Даже одеться сам не могу. Ничего не могу делать сам. Я могу двигать только одной рукой и одной ногой. Переодеться один не могу. Даже в туалет без помощи не могу сходить. Мне многие вещи теперь тяжело даются. Ты кем бы хотел стать? Генералом. Я в магазин вышел, когда меня ранило. Давай, Амжад. Это было в 2014 году, в первый день большого праздника Курбан-Байрам. Это был снайпер. У меня здесь не хватает части черепа теперь. Амжад, сынок, помоги мне с той стороны. Туго не надо. Ахмад, до твоего ранения у тебя все было хорошо? С твоим телом все было в порядке? Ты злишься на тех, кто это сделал? Конечно. Что мне делать-то теперь? Я ни рукой, ни ногой не могу нормально пошевелить. Не так. Сделай, пожалуйста, шарф, чтобы как у тебя был.
Здесь падают снаряды. Мы идем очень осторожно и медленно. Я их отвожу в школу. Вон туда, в школу. Когда сильно начинают стрелять, то я останавливаюсь. Пережидаю в каком-нибудь здании. Жду, пока все не закончится. Потом иду в магазин за едой для мальчиков. И возвращаюсь к ним быстренько обратно, даже если холодно. Здесь вот тоже опасно. Когда проходим это место, ускоряемся, стараемся пробежать. Здесь тоже снайпер есть, он может в нас попасть. Мы слышали стрельбу каждый день. Вот прямо каждый день. Я привык, но все равно страшно. Нам пришлось столкнуться со многими трудностями во время съемок этого фильма. Главное из них — это как сделать выбор. Из всех историй человеческих трагедий, как выбрать 4 или 5 для документального фильма? Их слишком много. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я просыпаюсь, смотрю, не надо ли помочь семье, и если нет, иду играть на улицу. Там были боевики. Нельзя было выйти, потому что стреляли и бомбили. Когда бомбили, я сразу бежал домой. Как только стихало, я опять выходил играть. Я всегда сразу бежала домой, когда слышала снаряды. Как давно вы здесь? Давно. Давно. Страшно вам? Сейчас уже не так страшно, как раньше. Война в Сирии продолжает бушевать уже 6 лет. И очень много детей не помнят жизни до войны. Им сейчас 11-13 лет. И для них война — это норма. Привет, тебя как зовут? Привет. Муаед. Очень приятно, я Мария. Наш дом был здесь, в Бабхоут. Мы хотели вернуться туда, но даже не смогли его найти. От него ничего не осталось. Он сравнялся с землей. А здесь вы давно? 2 года. Да, уже 2 года. Мы постоянно переезжаем с одного места на другое. Иди сюда и садись. Хватит. Папа ставил нам диски на нашем проигрывателе, всякие детские песенки. А у тебя были там игрушки, тетради? Да. Какая у тебя была самая любимая игрушка? Большой медвежонок. Мы играли с моими братьями и сестрами в саду, во дворе, с птицами, с кошками,
Нам папа, помню, кошек принес, но они убежали на крышу. А где сейчас эти кошки? Они умерли. Пойдем играть на площадь или у школы? Да лучше у школы, на площади воды много. Да, замочим штаны еще. Давай лучше не пойдем на площадь, пойдем к школе. Реально воды по колено на площади. Посмотрите, во что война превращает города. Даже бетонные стены разрушены. Вы представляете, что она делает с человеческими душами, с детским сознанием? Нанесенные войной разрушения огромны, это просто невозможно. Но эффект, который она оказывает на людей, не поддается измерению. Обстрелы были очень часто. Один снаряд разорвался прямо напротив дома, а другой — рядом, с соседним домом. Еще один снаряд — прямо рядом с ним. Мы спали, когда начали стрелять. Мой папа посмотрел из окна и увидел, что стреляют из окон дома напротив. Твоих родителей убили? Они мученики. Мой папа отстреливался. А потом мы все поднялись на крышу. И они начали бросать в нас гранаты и стрелять, пока не убили моих родителей. Стреляли со всех сторон. А потом... Папу тоже убили. И ты был там все это время? Да. Но они меня не видели. Я все помню. У сирийских детей украли детство. Многие из них, вместо того, чтобы ходить в школу и играть с друзьями, вынуждены работать, чтобы прокормить семьи. Дети содержат своих родных. Они вынуждены заботиться о младших братьях и сестрах. Вот так, с началом войны в Сирии, поменялись социальные роли. У тебя необычная жизнь? Да, очень необычная. Я просыпаюсь, умываюсь и иду на работу. Я работаю на дробилке с 9 до 9. Я знаю, как ящики перерабатывать. Моя задача их подносить. Немного научился и машину водить. Расскажи мне о своем отце. Я люблю его. Мы скучаем по нему. Упокой Господь его душу. Он погиб в битве.
Мы очень устаем. Тебе всего 11, а уже приходится работать, чтобы помочь семье. Я справляюсь, что мне остается делать? Ведь я должен содержать семью. Он работает 6 дней в неделю, получает 2000 сирийских фунтов. В месяц выходит 8000 сирийских фунтов. Меньше 16 долларов. Вы больше тратите на кофе. Ты чувствуешь себя ребенком или взрослым? Взрослым. Ты счастлив? Не. Сирийские дети прошли через ад. Они так травмированы происходящим, что даже еще этого не осознают. Пока что они носят все это внутри, и неизвестно, когда и как проявятся последствия этой травмы. Почему ты не хочешь идти в школу? Мне что, понести тебя? Нет, я не хочу. Почему? Лейсь, а если я куплю тебе зонтик, пойдешь? Вставай, пойдем, купим тебе зонтик. Помнишь, ты хотела, у меня денег не было. Вот деньги, пошли. Давай, вставай. Ну не хочу я. Вставай. Ну и что теперь? Не хочу. Мы не пойдем в школу, просто прогуляемся. Я расскажу твоему дяде, что ты не хочешь ходить в школу. Я пойду с тобой. Очень тяжело пережить то, что случилось с нами. Он до сих пор не находит себе места. Постоянно грустит. Ему очень трудно, он постоянно думает о своей семье. Их убили прямо на его глазах. 5 членов семьи. Это нелегко для него. Он смотрит вокруг и видит других детей. У них есть мамы, папы. И ты видишь, как ему больно. Меня будет жечь это изнутри, пока я не умру, как его родители. Давай оденем на него новые ботинки. Ты на одну ногу, а я на другую. И пойдем в школу, договорились? Да, идем в школу. Давай, пошли, куда он захочет. Вот так. Он потерял отца и мать. Это большая утрата. И как бы я его не любила, а я очень его люблю, я не могу заменить ему мать. Разве что-то может заменить материнскую любовь? Мы были в подъезде, когда снайпер подстрелил моего брата. Он упал на землю. Я начал кричать, звать на помощь. Моего брата забрали в больницу. Его сразу положили в реанимацию. Вот так его ранило. Я могу дойти до школы и обратно, но больше я не могу. Как нормальный человек, ходить не могу. Только в школу
и к докторам. Что мне делать теперь? Я ни рукой, ни ногой не могу нормально пошевелить. Мне многие вещи теперь тяжело даются. Я ему помогаю. Достаю его учебники, ручки. На перемене он остается в классе. Он не может выйти во двор с остальными. Он сидит в классе до конца дня. Я тоже не выхожу на переменку. С ним остаюсь. Помогаю брату есть и пить. Когда меня ранило, я первое время даже с кровати не мог подняться. Мне очень грустно от того, в какой ситуации мы оказались. До войны все было очень хорошо. Мы спокойно ходили, куда хотели. Было безопасно. Теперь нет. Многое поменялось. У нас нет игрушек, ничего нет, даже электричества. Да поможет нам Бог. У нас ничего нет. Посмотрите на это. Что здесь творится? Люди возвращаются в свои дома просто, чтобы забрать то, что осталось нетронутым. Как, например, эта семья. Или вон та. Сейчас уже меньше обстрелов. Гораздо меньше. Раньше боевики здесь были. Мы часто оставались без воды и электричества. До сих пор так живем. Мы с братьями ходим за водой. А когда нет и света, ну тогда свечи или керосиновые лампы зажигаем. Ты ходишь в школу? Вообще-то, но сейчас школа закрыта из-за бомбежек. Говорят, откроют, когда кончатся бомбардировки. Это город Хомс. Вот так он выглядит сейчас. Неприветливый и унылый, непригодный для нормальной жизни. Но несмотря на все это, за его разрушенными стенами есть жизнь. Людские жизни и мечты оказались разрушены точно так же, как и дорогие им дома. Бог не дал моему внуку ручек, он родился без них. Когда они с семьей шли однажды по городу, вдруг разорвалась мина. Дядя нес его, потом он умер, а у Махмуда стопа изорвало в клочья. Что-то попало в его ногу здесь, вот в этом месте. Половину стопы вообще оторвало, и пришлось ампутировать обе стопы полностью и часть икр. Он истекал кровью. Был буквально между жизнью и смертью, но судьба уготовила ему выжить и продолжать жизнь вот таким.
Тут как-то журналисты приходили, сосед мой увидел их внизу. Поднялся и спрашивает, что с ребенком? И почему журналисты здесь? Ну, я сказал ему, что мальчик лишился конечностей. А то была Божья воля. Сосед удивился и говорит мне, лучше тогда ему умереть. Я ответил, что это несправедливо, и только Бог решает, кому жить, а кому нет. Когда мы снимали Махмуда, все взрослые вокруг нас были в слезах. А сам мальчик? У сирийских детей так много забрали, но они по-прежнему готовы отдавать. Когда смотришь на их улыбающиеся лица, думаешь, что, может быть, будущее Сирии будет более радостным, чем ее прошлое и настоящее.